Давай прыгнем. Вот, главное, когда прыгаете с высоких препятствий, приземляться на присядку. На столик это? Ну, присесть в конце, так легче будет, просто ноги можешь не сломать. Когда с парашюта прыгаешь, тоже надо на бок падать. Я просто послышалась на десятку. Не хулигань. Я слазил, он там смотрит на меня.